Всем привет! Ну что, у нас первые лабинские полеты в 2024 году. Приехали на вечерний сход. Так что не знаю, что получится, но вот первый полетел. Еще что-то и держит. Значит, сейчас будем собираться и увидимся в полете. Я не знаю, без прибора, где тут центр, где что, летаю по ощущениям. Ну, вроде что-то поднимают, земля отдаляется. Впереди слив, так что мы где-то около ядра должны быть ориентировочно. А вот оно ядро, да. Высота небольшая, я думаю, нужно уйти вперед. Смотрите, сколько крыльев сегодня. Вообще огонь. Соскучился по полетам. Что-то пришло под вечер, хотя только, наверное, полчетвертого. Все-таки тоже неплохо. Кто-то узко крутит, кто-то широко. Будем крутить так, чтобы не мешать другим пилотам летать.
наверное, за сегодня максимум. Я не знаю сколько. Повторюсь, без прибора летаю. Ну, где-то метров 200 на туда там есть. Так что всех с днем влюбленных. Огонь! Ну что, ребят, мы приземлились. Сегодня был очень-очень крутой день. Вот идеальнейший день для того, чтобы влетываться после зимнего нелетанного сезона. Мы летали, наверное, ну, уже пару месяцев назад. И вот это первая термичка в этом году. Во, огонь. И недостаточно жестко, и повлетывались, и погода была несколько часов. В общем, классно. Всем рекомендую. Давайте, счастливо, увидимся.